давай, вот так вот. Как раз. Смотри. Да нормально. Тебе это еще не называется. Освященный это батюшка, вот, конечно. Говорю, сейчас. Это я даже знаю, иди сюда, родники. Иди сюда. Не успел, блин. Это перемирие, да? Вон, даже сына послание написали нам. Да. Прям на хвостовике нашли. А где он? А вон там. Послание с перемирием? Да. Это москаляку на геляку, короче. Ну, понятно. И гимн Украины. В общем, у вас перемирие, которое они сами запросили, да? Такое перемирие, что мама не горюй, вчера долбили. Дать понапивались, понял, вечером. Вчерашний привет. Это перелист, это вчера. Партийное задание. Олег, он уже почти сутки на спине спит. Нужно срочно мешки делать. Молодой, жопу дар. Костыль там. Не-не-не. Ну, ничего страшного. Да, смотрел тебе мешки. Да, пропусти инвалида. Да не, оставь. А ты подышать? Да, да, не подышать. Да, блядь, целый день. О, дай знаешь, бог здоровья. Булочки. И это бублику. Булочки. Кому? Яички. О. О, это тебе. Конфетки. О, это мне, да, да. Да, 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 вот этой роже только конфеты доверяют. Не рожа, потом, а самое главное. О, давай, 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 это все сюда, правильно, правильно. Куличики. Это не куличи, это паски называют. Ну, ба, паски. Да. Куда, к себе в комнату? Да, в столовую. Комната столовая. 600 воскрес. Спасибо, водительство. Дыма он с правой стороны. Видишь? Да. Горит. Что-то запалили. Thank you.
now for the Nine News Agency. We just came back from the front line, from several areas like Zaitseva and Yasinovataya. We just were able to see some shootings occurring on Promka position between Avdiivka and Yasinovataya, thus proving that the Ukrainian army is not respecting at all the ceasefire, which was entered into force on the 1st and then on the 12th of April. So as we can see, continuous violations of the ceasefire and of the Minsk agreements.